Опа, она тебя спасла просто, ты понял? Подожди, ой, он наклоняет вертолет. Чего? Спонсор этого выпуска — сайт caseforfun.ru. На этом сайте есть уникальная возможность самостоятельно выбрать нужную игру и задать вероятность ее выигрыша. За полцены в режиме 50 на 50 можно выбрать такие дорогие игры, как Overwatch, Mafia 3 и GTA 5. Также на сайте реализована проверка честной игры, а выигрыши вручают симпатичные девушки. Убедись в этом сам, ссылка в описании. Хе-хе-хей, ребятки, ха-ха-ха, и всем привет, с вами Токс и Томми, как всегда, и сегодня мы играем в GTA 5 онлайн. Адская, здорово, адская, здорово, тропа смерти, по которой мы должны бежать. Ой-ой-ой. Очень сильно нужно бежать, Леша, быстро. Нычки не забывай юзать. Юзай нычки. Я юзаю нычку, я сел в нычку. А, чуть свои не вытолкнули. Окей, я сел в нычку, я бегу дальше, я бегу дальше. Хорошо, сейчас. Хорошо, Слава, как дела? А так, там девочка сейчас потанцевала, нас ждут, но не смогли, чуваки. Чувак упал, боже, так смешно. Так. Один уже готов вылетать, один вылетает на меня прямо. О господи, как же это страшно. Ну я иду первый, подожди. Вот этот бы меня снес вообще сейчас. Дядя Мопс, давай беги. Дядя Мопс бежит, вперед. О, что я несу? Давай, беги. Сейчас же забыть русский язык, давай. Да, изи. Оп, Леша, я это просто видел, серьезно. Я просто на месте стоял, я не знаю, я просто чувствовал. Там красный Леша едет, Леша красный. А, он заехал даже чуть-чуть. Так, тихо. Смотрим. Внимательно смотрим. Внимательно, так, перепрыгиваем. Мне нычка не нужна, я крутой чувак. Леха там едет слева. Нет, он очень тупо ехал, я прям почувствовал, что... Ох, там сейчас чуваки едет очень тупо, он едет тупо. Да ладно, я могу с первого раза пройти этот Детран, серьезно? Давай, это хорошо. Он такой легонький, конечно, но, блин, он очень эпичный. Мясной, меня сейчас несут. Беги. Леха, стой! Нет. А, так он сверху пролетел. Он просто сверху пролетел. Все, я забегаю. Сейчас буду брать гидру и буду разматывать всех и вся. Отлично. С первого раунда, ребятки, проходим. Подожди, я сейчас буду твоим пилотом вторым. Кейси, выруй. Блин, я хочу тоже денег. Ну, пожалуйста, давай. Это красиво, это просто обман такой, знаешь, чтобы мы не вылетали. Да, чисто прошел, денег заработал. Пока мы тут, короче, на гидру залезу. На гидру я могу гидру сломать. О, серьезно? Полетели. Подожди, серьезно, ты... Привет, братан! Это трэш. Ой, держись. Стой. Встану, Томми, не скатывайся, Томми, делай годный контент. Все, отлично. Все, давай, погнали. Так, главное, чтобы эти чуваки не заехали за вертолетами тоже. Ай, скатился чувак. Ой, он наклоняет вертолет. Братан, ты что? Ой, братан, ну все, я отправляюсь. Кстати, меня выпали, Леха, можешь подобрать там. Все, наверное, да, которые подобрал. Вот обида-то, да? Так, окей. Я отправляюсь на гидре. Блин, гидра, она хреново направляется, кстати. Я возьму ракеты с наведением. Так. Так, отлично, одну отправляю. Так, минус один. Я бы, конечно, разматывал. Ага, там есть чувак. Окей, я возьму пушку. Пушку. О, чувак на мне появился! Чего? Это, наверное, триттор. Вообще читер, просто на мне появился. Да ладно. Капец, это он нам деньги давал. Братан, добавься в друзья, добавь мне денег. Денег давай. Так, где еще? Так, я понял, они под картой. Так, да. Раз они под картой. Под тобой прямо, Леха, под тобой сейчас. Я понимаю, мне сейчас нужно залететь. Залетай под карту. Как-нибудь. Это очень сложно, я знаю, где я залечу сейчас. Разбомбили уже одного, слушай. Разбомбили одного, это хорошо, наша команда в любом случае сейчас выигрывает. И нам едет. Вот справа, по правой полосе. Вижу. Там. Вижу по карте, вижу. Хотел нарисовать взрывами. Давай. Член хотел нарисовать взрывами письку. Ать, он заехал туда. Хорошо, ой, сейчас будет. Да, отлично, минус. Все, мы выигрываем. Изи катка, друзья, изи. Ты успокойся, я тебе говорю. Сейчас мы возьмем Т-20 и размотаем вообще как нечего. Кай, спокойно, как не сидел, как два пальца обосвать. Смотри, они уже бегут, братан, надо просто бить. О, ты что такое? Чего? Каким просто? Чего? Девку не снес. Девку? Эй, девка. Блядь, ты косичка, стой, эй, толстый, тудут, я целыми днями лежу на боку, съедаю. Да как я его не задел, там мазафака. По караку, там чувак первый бежит, его нужно сносить срочно. Так лысый, зараза. Лысый. Давай, держись. Леша, ты чего? Это было нормально. Они бегут, я просто вижу, как они бегут, можно залезть. Я бегу. А я бегу по лужам, я такой дурак. Стоит пока он, стоячий у него полицейский.
жачит. Давай! Вот! Вот! Все, снес, снес! Я попал же по нему! Нет, чего? Нифига, нифига, Леша, да. Сносите, домой. Сносите, сносите. Подожди, надо выждать момент. Давай! Вот, сальтуху сделал, братан. Отлично, стой. Переворачивайся, быстрее, 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 быстрее. Мы не можем их достать, мы не можем, они уже половину дотрана прошли. Они в этих нычках своих задолбали. Да, 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 нычки. Я теперь понимаю, то, что эти нычки очень читерские. Максимум нычки читер. Реально читерские, он прям ждет, понимаешь, чтобы я проскочил, а потом вылазит из нее. Ну, какой умный, человек. Какой умный-то. Индивидуум попался, мальчик. Ай, тут еще не надо гнаться. Ах, если не был нычек, я бы их уже всех разнес, на самом деле. У меня такие траектории хорошие были прям. Да бляха, ты ж муха. Шо, мама, летает. Давай, давай, давай. Вот, отлично, я одного снес. Диджей Никитка, я надеюсь, он сделает сэмпл плохой. Давай, 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 давай. Все, чуваки, мы сливаем каточку. Ну что, мы, ребятки, бежим, продолжаем, бежим, скамейки, ваше объявление здесь. Самое главное, помейка сейчас не сбить. Так, тихо. Оп. Ой, просто над головой, Леха. Ты видел, да? Все, у нас есть шанс, давай быстрее в будку. Бежим. Собака в будку, реально. Пора бежать. Бежить можно, да? О, чувак почти залетел. Сейчас можно еще было машину своровать и на ней прокатиться здесь. Да. Все прыгнули, я просто упал от этого. Так, бегу. Так, все на вас, чуваки агрятся. А я бегу. Ой, почти убили. Ой, опасно. Уже бегу. Привет, я вообще не оглядываюсь просто, ребятки, если что. Очень медленно бегу. Давай. Максимально медленно. Так, я прижмусь к стене. Тихо, тихуля. Ребят. Так, залажу. Там самолет полетел, который сломанный, Леха. Да ладно. Слева. Да ну! Я вижу! Че ты мне напоминаешь, да где лево-то? Серьезно, почему он полетел? Я хочу взять уже гидру быстрее и размотать этот самолет. Он не взлетит. Он, мне кажется, просто будет кататься, как машина. Читами сейчас. А прикинь, и можно сбить, Леха. Это кайф. Просто сбить людей им. Как машина? Давай. Отлично, я первый прохожу этот дотран. Еще один раз я прохожу его первым. Хорошо, изи. Должен успеть. Так. Давай. Садись в самолет, пожалуйста, в гидру. Погоди. Сейчас я буду разматывать и убивать. А, есть еще гидра, хорошо, что осталось гидра. Их много. Так. Окей. Мне вот сейчас чисто, прыгай. Знаешь, по-пацански их взорвать все остается. Прыгай. Ну давай тебе оставим все киллы, Лех, я просто их по. Моя главная цель сейчас это самолет. А, чувак, дай мне там самолет разбомбить, окей? Он же читерский. Как он может взрываться, Лех? Ну, попробуем, однозначно. Однозначно читерский. Попробуем. Вон он, скотина. Сейчас. Так, нужно взять ракеты. Так, пониже. Ну, он взорвется, нет? Он и так сломанный, он же на сломанном, да, летел? Да, так это же, да, он сломан, он просто вот двигает, Лёх. Капец, но он в нем сидел, я точно это помню. Выход за пределы? Да, было. Чего? Я не хочу за пределы выходить. Стой, нужно наводиться. Ну, у меня 50 секунд есть, так. Наводки не надо мне, я хочу вот этой вот штукой сегодня побомбить всех от первого лица. Побомбим. Давай. Так, Леха, а можно я на твою гидру приземлюсь и вместе погоняем типа? Не, мы разбомбимся нафиг. Так, я нифига не вижу, давай, ну где они? Вон, вижу одного. Чувак в городе, но у него выход из КУ будет, 50 секунд. Ну это да. Давай, оть, как ювелирно-то я проскочил здесь. Надо пониже однозначно, ребятки. Давай. Выпущу шасси. Самое главное, никуда не врезаться и самим не умереть. Ну и главное, гидру, конечно, не слить. Это будет так, гидру слить это опасно, да. Так, ну, где кто, ребятки, где кто? Никого нету, никого вообще. Я вообще нет! Дурак. Заскакиваю. Нет? Так, тихо. Я теперь под картой. Бляха, пропал, чувак, так, только на него. Ну, я же одного должен был убить. Так, давай. Так, привет, сосед. Я тебя убиваю здесь. Окей. Ты не ожидал, да, что ты здесь? Так, где еще? Вот, дубина как едет, дубина. Заехал, Леха? Так я вот, я случайно Е нажал и залетел туда, знаешь, под прямоходом. Нифига. Так, ну и где он? Где? Давай сюда, ко мне, камон, гай! Где ты? Я не смогу, кстати, отсюда выйти, здесь слишком узко. Стой. Навелся! Вон он! Все, я его убил! Зараза, как он! Ты его убил! Он последний был? Еще два. Много ли? Вон мы один с тобой бежит. Кстати, остались, слышишь? Вон еще бежит. Отлично, еще одного убил. Другой, мне кажется, под картой, кстати. Там, куда ты залазил. Под картой, читер, то бишь. Да, все, я погнал к нему. Так, разгоняем гидру. Так, разгоняем. А я вижу его. Это он? Или нет? Так, тормозим, можем врезаться сейчас. Да, вон он бегает. Это читер там.
Ай, читер, читер, дритер, танец читер, заводной. Ну давай попробуем, где он там? Я прям на него смотрю, но я его не вижу. Я видел его где-то там. Вон он стоит. Давай, да. Ну, давай, убивай. Да доставай. Слава, ты сможешь? Сложно. Мне надо ювелирно, чтобы не просраться. Или это не он? А мне где кажется, он? Он под картой, тупо под картой. Так сейчас он с нами на одном уровне, Лёш. Нет. На сейчас одном уровне он с нами. Так это значит, он под картой. Так наоборот, то есть он на вон он под картой! А, да? Да. Ну давай. Я по нему там стреляю, я его нахожу. Он пропал там оттуда. Слышь? Понятно. Он за мной находится. Где? Читер! Давай тебя взорву, его взорву. О, все, я его убил, отлично. Изи. Огромная толпа людей, которые отправляются, я хочу ее снести. Давай. Да как я опять скорости перебрал? Я ни одного не задел или что? Или как? Да, вот так вот, вот так вот. А, нет, есть читер. Читер, стоп, читер. Давай! Да как я? Привет. Привет, он приклеился ко мне. Оп, отлично, минус один есть. А минус один есть у нас. Просто обидно, я Никсона почти задел. Это хорошо, что минус один у меня есть, но я погнал следующих убивать. Так, ладно, давай. Соберемся с мыслями. Ух ты! Сидит там и такой, главное, сидит, не вылазит. А, вылез. Нужно, знаешь, что? Да как, блин, ну такие быстрые. Один пролетает, другой сразу бежит. Бьет, ударяет и... О, хорошо, приземлился, нормально. Стой, сделаю красиво. Да как я? Миллиметры, да что вообще это такое? Вообще миллиметры, это так раздражает, на самом деле, я тебе скажу. Я не знаю, как давай, это давай, проходится, давай. Проходится ли это вообще? Давай, ну же, ну как ай, так? Заехал почти. Ну как так, я же так рядом факин ударял, щит. Так все, рядом они ударял. Они уже в конце, надо потеть под конец. Надо потеть. Эх, потец, расскажи-ка про потец. Бей, бью, это что? Как я... Давай, сноси, один упал, один проходит до конца. Все, упал, это изи, да? Это изи, да. Это Никсон. Подожди, кстати. Никсон, это вообще бомбит. На моей машине. Никсон. Их трое, если что, Лёха, осталось. Еще. Тихо. Ну, Никсон, сори. Давайте его в бутерброд. Ты когда-то меня в бутерброд закатал, я хочу тебя тоже в бутик закатать. Все на Никсона накинулся. Знаешь, как костер приманка. Чисто как мухи на костер налетели, как на говно. А что он такой-то живучий? Четверное просто, четырехосевая, знаете, что с ним произошло? Четверное расчленение, это можно так, сказать. Я предлагаю, что? Попробовать все-таки залететь. Что, вольнить нужно нам отсюда, нет. Чего? Нет, я, кстати, тут, давай, Леша, ну бейся, ударился бейся. Разок. Нужно как-то так попасть, знаешь? Есть идея, I have idea. I have a good idea. Подожди. Какую ты идею придумал? Показывай, рассказывай. Давай. Бейся! Я чуток не затащил. Там уже все, поехали, взрывы, Лёха. Я понимаю. Главное сейчас на ракету не вылететь, и все. Я знаю, где нужно взлететь. Надо под углом просто, почти прямым. Я только хотел заехать. Лёха, вначале заезжай. Но. Попробуй там. Точно, и бежать? Там же будка эта. Да. Там в будку вообще прям легко влететь же. Ой, ну мне вообще не легко тут. Поверь. Ну попробуй. Один чувак, как бы, вас можно это. Его обыграть вы можете спокойно. Давай. Изи смогу. Попробуй в будке, вот, да, прям в будку туда. Вот. Он на гидре. О! Опасно! Так. Все, ты один остался, Леха, по-моему. Один на один. Что мне делать? Тебе? Так, я буду пока что, по крайней мере, закатываться под него, но у него. А! Быстро развернулся-то, смотрю. Умный. Без мозгов безумный, так, разгоняемся. Ой, летит район. Опа, она тебя спасла просто, ты понял? Это был топ-мув, серьезно, за это огромный лайк, но за это нет. Это просто топ. Ну что, ребятки, мы продолжаем, и сегодня мы снова пробегаем. Бабки, деньги, это вообще не проблема, давай. Как я люблю. Но мне нужны не деньги, мне нужны, честно говоря, не деньги. Я хочу здесь какого-нибудь что-нибудь эпичного от читера. А что, не бежим? Я просто бегу, на самом деле, shift зажав, и посмотрю, что из этого выйдет. Мне кажется, меня так могут размотать легко, я буду легкой мишенью. Ой, как много денег-то, слушай, Лех, собирай кисти. Я нет, они просто за мной светятся, понимаешь? Я сейчас на новую тачку собираю на этом утране, подожди. Нет, это очень опасно их собирать, очень много. Ну ладно, кто не рискует, тот не пьет машины. О, это было просто нечто! Это просто 10-бальное очко! Это просто четко в голову, четко хедшот машиной! Серьезно! Слава, отправляемся вперед, я уже вижу их сладкие жопы, которые хотят Ой, успеть получить удар! Опа! Сбил!
Да нет. Как я опять не пролетел там, мазафака? Да! Опять не сбил, да? Вот сложно. Опять. Самый легкий момент это сбить вначале, но никто не может сбить. Давай, пока никого нету. О, чувак, враг на черной тачке, подожди. Да, все, читер покрасил красиво, спасибо огромное, вот, нет, читер. Нет, ну там, понимаешь, враг. В отражении. Давай, опа, отлично, одного сбил. Отлично. Собью. Так, он мне кажется... Я у него просто опять над головой пролетел, я не понимаю. Мне нужно этот фраг добить, мне его нужно добить. Как я пролетаю над ними? Так, соса! Бляха, муха. Ну, вылезли. Чего ты мне средний палец показываешь? Слышь? ПВП или засал? Подожди, сейчас долечу. Алло. Так, что-то нет. Бляха, что ли? Надо взрывать. Теперь у меня остается только лишь одна тактика. Надо красиво делать. Леша, они уже добегают до конца. Я понимаю. Спасибо тебе, господи, боже, за этот охеренный килл. Я пытаюсь с читерами разобраться, они просто взяли мой фраг, который я столкнул, уже, казалось бы, должна быть жертва. И Никсона! Но они еще перекрасились. Нет, это... Опять миллиметр! Метр, миллиметр, спасибо. Чуваки! Чего? Они друг друга... мне казалось, что они пристрелили, а на самом деле просто ударили кастетом. Наш навстречу Никсон, давай, Никсон, мохайся. Ты понимаешь то, что я привык к тому, что Никсон противник, чуть его не сбил, хотя он наш. Давай, понимаешь? мохач. О, Никсон красава, хорош. Теперь надо Никсон. Там чуваки вначале остались. Нафиг ты спрыгнул, чуваки, это читеры. Ну и чё, читеры же тоже люди. Да, теперь их нужно, они пытаются снова пройти, смотри, что творят. Просто подождали, пока все сдохнут, и теперь пытаются пройти все, да? Подожди, смотри, сейчас будет красиво. Леша, смотри. Проверяй. Давай. Проверил. Миллиметры, как я вас люблю. Давай. Короче, ну над головой чисто. Леха, нужно скорости. не целиться, а чуть-чуть просто вот тупо. Надо бочком, кстати, так площади больше будет у тебя. А ты видишь, да, ты еще и в бок заваливаешь. У тебя вообще я просто не врезался. Никаких шансов, братан, поверь, с такими возможностями. Там чувак хотел в меня влететь, и я об этом не стал. Давай. О, отлично. Ну, этот чувак, которого я сегодня уже столкнул, бежит до конца. Вы серьезно? Вы не хотите сказать, что чувак, которого я столкнул в начале, сел к читеру, он снова залез туда и проходит снова. Подожди. Я его при том, что сейчас задел что абсолютно. Тут лежит, что четко такое? Четко и ровно. Нет. Ну, чуваки, ну спасибо. Давай. А, он до конца проходит. У меня нет времени уже его ударять. Ай, Слава, секунды не хватило. Есть идея, есть за мной. Давай, я сейчас, да, я понял. Давай, берем. Испугался, что ли? Чуть-чуть не взорвался, я залетел на бочку, понимаешь? Братан, нужно бежать срочно сейчас. А я Леха сделал. По этой лесенке, беги вверх. Какие-то дауны, я тут сальто делал сейчас. Нет, я бегу вверх. Перевернулся случайно. Давай, пока он не взлетел, надо успевать. Успеваю. Да беги быстрее, ты чего? Да ну! Сука! Нормально. Сука! Давай, беги! Даже для даунов две полоски сделали. Ты понимаешь, подниматься. У меня сегодня собака вообще собака, самая настоящая, пес сраный. Собакин. Там уже чувак взлетел, надо быстрее бежать. Нормально. Успеем. Просто миссия невыполнима. Давай. Ну погоди, нужна музыка, Леха. О, отлично. Мы забежали в падик, теперь мы в полной безопасности. Думаешь? И мы не выходим из КУ, смотри. Четко, да? Четенько. В общем, ребятушки. О. Прячемся. Чё? Подожди, чувак хочет залететь к нам. Уходи. О! У меня полный боезапас оружия, подожди. Вот мы тупые. Нет, мне кажется, нам читер выдал. Тракетная установка, если что, есть, Лех. Да, сейчас, подожди, с миниганом пошли, Стой, давай. Подожди, аккуратно, четко надо вытащиться отсюда. Так. Ага, вижу цель. Все, пока, ребятушки. Помимо того, что читер умер, мы с вами прощаемся, потому что наш сегодняшний эпичный ролик подходит к концу. Сегодня были и читеры, и адская тропа смерти, и много чего другого. Если вам понравился видосик, ребятки, обязательно ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, с вами был Такси Томми, до скорой встречи, ребятки, пока! Удачки!